эти завораживающие композиции в исполнении якутской певицы и актрисы Валентины Романовой-Чискирай погружают слушателя в мистический мир. Однажды после одного музыкального фестиваля Валентина проснулась знаменитой в Якутии, а через несколько месяцев стала известна на всю страну, сыграв главную роль в фильме «Пугало». После на кинофестивале «Кинотавра» главная героиня была признана лучшей актрисой. Сегодня Валентина продолжает развитие и в этномузыке, и в кинематографе, только фильмы снимают уже про нее. Я не думала, что про меня фильм будут снимать документальный. Это даже не только документальный, а художественный фильм. Мне нравится сниматься в камере, камера меня любит. И надеюсь, фильм родится очень интересным. Вот. А снимается, что как я живу. Даже я не замечала, как я живу, как много работы, как многогранная. Работа над фильмом «Чискирай. Женщина Саха» – это логическое продолжение плодотворного сотрудничества петербургских и якутских кинематографистов, продвигающих якутское кино среди отечественной и международной аудитории. Идея фильма сценаристу и режиссеру Миле Кудряшовой пришла сразу после первой личной встречи с Валентиной. Я посмотрела и послушала, как она поет. Я поняла, что либо она пишет музыку для моего фильма, либо никто. И я подошла к ней, я предложила, она день думала. И наше сотрудничество вылилось впоследствии не только в написание саундтрека для фильма «Женский голос Арктики», но и фильм о Валентине Чискирай. Еще одна работа Милы Кудряшовой – документальный фильм «Женский голос Арктики». Он посвящен ярким, успешным и современным женщинам, представительницам этносов Республики Саха. Личные истории пяти героинь легли в основу трех документальных новелл. Именно для этого фильма Валентина Романова-Чискирай создала и записала свой первый в жизни саундтрек. «Женский голос Арктики» и «Чискирай. Женщина Саха» – это фильмы, которые вошли в программу международного кинофестиваля «Форма жизни». Сохранение наследия, память и работа с ней – темы, которыми занимаются современные режиссеры-документалисты. Фестиваль раскрывает в кинокартинах не только героев, но и самих режиссеров. Лилия Дмитрик впервые участвует в подобных мероприятиях, но уже стала обладательницей специального приза от жюри с киноработой «Зрительная полоса». Я хотела показать мир глазами лошади. У нас есть такой проводник в этот мир, это ученый в фильме. А он нам был нужен, чтобы раскрыть такой лошадиный взгляд, лошадиный мир. Вот. Ну, в общем, это и есть смысл, который я искала и раскрывала в фильме. Всего в этом году в фестивале приняли участие чуть более 40 кинокартин, а 8 из них соперничали в международном конкурсе. Это фильмы из разных стран мира – Франции, Швейцарии, Бразилии и России. Киностудия имени Горького, которая организует этот кинофестиваль, это такая очень человековедческая киностудия, поэтому в этом году у нас достаточно много фильмов, которые рассказывают о человеке и сделаны специально для людей. То есть основные темы фильмов и кинофестиваля в целом, они связаны именно с экологией человеческой души и с тем, как вот эти вот процессы разумного потребления, гражданская позиция художника, социальные активности отражаются именно в людях. Фестиваль «Форма жизни» проходит уже в третий раз. Благодаря своей актуальной повестке мероприятие привлекает все больше зрителей, а главное – внимание молодого поколения. Я пришла вообще первый раз на данный фестиваль, но я смотрела много документальных фильмов про природу. И вообще я очень люблю фильмы, они мне помогают жить, творить, так как я творческая личность, пишу стихи, пишу сценарии. Как подчеркивают организаторы фестиваля, благодаря системному сотрудничеству с крупными представителями отрасли, например, с киностудией имени Горького, перед молодыми деятелями киноиндустрии открываются возможности для дальнейшего развития. «Форма жизни» благодаря как раз вот уникальной программе, которую удается собрать уже в третий раз, и самой теме, это тот док, то документальное научно-популярное кино, которое близко к молодежи. Ну, то есть у нас пользуются популярностью этого фестиваля у студентов, у экоактивистов, у молодых людей, потому что фестиваль же не только про экологию, он в принципе про человека в этом мире. Поэтому вот молодое поколение, оно как раз больше тяготеет к такому доку.
планах у организаторов фестиваля в следующем году расширить конкурсную программу, добавив туда еще и короткометражные фильмы.